поселке Горки-2 активисты Одинцовского отделения «Единой России» провели мониторинг хода выполнения работ по зимнему содержанию дворовых территорий. Инспекция прошла в рамках реализации проектов «Безопасные дороги» и «Городская среда». Окружные депутаты дали рекомендации по сохранению целостности дорожного полотна при использовании тяжелой коммунальной техники во время удаления снега и наледи. В целом партийцы отметили обеспечение зимнего содержания подведомственной территории на должном уровне.